Кто был у меня на мастер-классе? Слава Богу, молодцы. А если встретить после обеда, говорим здорово? Не авали. И ответ какой? Слава Богу. А если вот как мы сегодня, например, сядем ужинать и встанем в воскресенье? И не пойми, то ли день, то ли утро темнеет, светлеет, неизвестно когда. Чтоб не сконфузиться, надо сказать, здоровы были или здоров живете? И ответ? Слава Богу! Слава Богу, что мы здесь и сегодня встретились и играем вам песни. Ну а теперь маленько распляшемся, разыграемся по надберешкам. Мы прям с вами стоим, как мы на берегу, там у нас Дон протекает, а на том берегу на песочке вы сидите и глядите. По надберешкам Маша гуляла. А ой, по надберешкам. Говорят, кому же из нас атаманом быть? Думали они, думали, все думы передумали, решили быть атаманом из них одному. Кому? Да все Донскому, Ермакову, казаку. Вот если бы мы ее до конца доиграли, как раз бы закончился концерт. Поэтому, ну вот Петрович у нас, он казак у нас геройский. Ну, во-первых, у него дедушка, даже не дедушка, а прадедушка, полный георгиевский кавалер. Он защищал императрицу Александру, служил в атаманском полку лейб-гвардии. Да и он, это у нас сегодня так вот, атаман бабьего войска. Вообще у нас в ансамбле 15 девок, и он один. Ему еще хуже, чем товарищу Сухову. И Гришке артиллеристу. Вот, но он у нас занимается боевыми казачьими искусствами. У него клуб «Стригунок», он воспитывает мужчин от 4 до 15 лет.